Приветствую вас, товарищи! Не так давно мы выложили в сеть заключительную часть мастер-класса по пошиву данного рюкзака. За основу был взят рюкзак от фирмы Maxpedition. Вернее, его хреновая копия от фирмы Miltech. И резонно спросить у меня, почему же не Maxped? Все просто, у меня в пользовании был именно милтекский рюкзачок. И, беря за основу ностальгические темы, пришла в голову идея репликнуть, так сказать, именно его. Это был первый рюкзак в этой некой тактической милитари военно-армейской тематике, которую я вообще в жизни увидел. На момент 2012 года стоил он 1700 рублей, и цена, конечно, меня обескуражила. Тогда это были для меня большие достаточно деньги. Работал на железной дороге. Чем же меня поразил этот рюкзак? Ну, во-первых, конечно, таким брутальным оливковым цветом. Функционалом, который не был похож на другие рюкзаки, которые я носил раньше. Ну и как-то выглядел он, все эти стропы, затяжки, утяжки, все это было, конечно, очень круто, и я был впечатлен. Видимо, в тот момент жизни я-то как раз и подсел на эту тему. После нескольких лет эксплуатации данного рюкзака я понял, что мне не нравятся в нем как минимум три вещи. Используемые материалы, внутренняя организация и какие-то очень странные лямки. За несколько лет работы в швейной сфере у меня уже успело сформироваться свое личное мнение по поводу тех или иных моментов, связанных с сумочно-рюкзачной тематикой милитари формата. Первое – это, конечно же, внешний вид. То, за что прям-таки цепляется взгляд. Смотришь на изделие и сразу понимаешь – вот оно, милитари. Ну вот, не иначе. Второе – это надежность. Желательно, конечно, использовать те материалы и технику сборки, которые все-таки предназначены для пошива снаряжения. И при самой сборке изделий желательно держать боевой настрой, такой, как будто тебе завтра с этим изделием на войну. Третье – это организация, как внешняя, так и внутренняя. Лавировать между крайностями данного вопроса, не впадать в фанатизм. Фанатизм вообще нигде не уместен. Мое личное мнение. Универсальность применений при различных обстоятельствах. Давайте быстренько пробежимся по материалам, на которые приходится основная доля нагрузки при эксплуатации данного изделия. Ткань основы кордура южнокорейского производства номиналом 1000D. Материал подклада – отечественная ткань под несравненным названием «Турист». Молнии – известный многим вам бренд UKK. UKK. Или UKK, или YKK. UKK, UKK, YKK. Стропы, набирающие и, надеюсь, не сбавляющие обороты отечественная фирма ИТГФ. Ивановская текстильно-галантерейная фабрика. А пластиковая фурнитура от активно исправляющейся российской конторы Апри. Ну и давайте уже, наконец, после моей лирической тягомотины перейдем к самому главному, к функционалу рюкзака. Размер основного отделения 47x26x12 см. Общий же габарит в набитом состоянии. Те же 47x26 и на 25 сантиметров. Начнем с функционала основного отделения и далее по убывающей. Плотная ручка, скрученная из нескольких слоев стропы, и под ней находится клапан для шлангогидратора. С каждой стороны у нас находятся ячейки PELS, также 6 стяжек, по 2 боковых и 2 на донной части. Естественно, парочка мягких S-образных лямок. Это ж рюкзак как-никак. И 2 мягких валика. Съемный поясной ремень и
съемные же грудная стяжка. Данные девайсы будут полезны тем, кто нагружает свой рюкзак по самой не балуй и хочет убрать часть нагрузки со своих плеч на грудину и на поясную долю своего бренного тела. Открывается основное отделение полностью, демонстрируя нам свои, так сказать, внутренности. В виде кармана на молнии и объемного кармана открытого типа с мягкой вставкой, горловина которого стянута эластичным шнуром. И две однощелевых рамки, при помощи которых можно прицепить внутрь рюкзака какую-нибудь дополнительную штуковину. Передняя стенка не сминается, потому что в нее вставлена пенка, так же, как и в другие стенки остальных карманов. Практически везде основная ткань рюкзака продублирована дополнительным слоем ткани. Зачем, спросите вы? А мне так нравится. На задней стенке имеется замаскированный технический карман. В него вставлен пластик. Это позволяет спинке рюкзака держать форму. Дополнительное среднее отделение, второе по величине, открывается до середины. Внутри мы наблюдаем ненавязчивую внутреннюю организацию в виде трех карманов открытого типа, два из которых объемных. Также две ячейки из эластичной ленты. В эту стенку также вставлена пенка. Благодаря этому рюкзак все-таки держит форму и с ним гораздо удобнее взаимодействовать. Осталось нам с вами рассмотреть два мелких отделения. У одного снаружи велкро-панель, у второго ячейки PELS. Внутренняя организация у них схожая со средним отделением, что у верхнего, что у нижнего. Данное изделие является моей личной интерпретацией всем известной модели рюкзака. Симпровизированный прямо под объектив камеры и оформленный в виде мастер-класса. И уж поверьте, это гораздо сложнее, чем просто сесть и сшить рюкзак. Поэтому некоторые моменты я бы, конечно, изменил. Но об этом уж мы с вами поболтаем как-нибудь в другой раз.